позволим себе совершить такой ошибки. Я приложил все силы, дабы убедить наших покровителей в том, что вы лучшие представители вида. Но они без особого энтузиазма приняли мои слова к сведению и сделали это таким образом, что даже я усомнился в сказанном. Время доказать это на моих плечах, равно как и ответственность за провал. Дальнейшее меня не касается. Меня попросили сказать несколько слов в адрес сверхчеловеческого отдела надзора сектора 17 по поводу недавнего задержания участников. Противник в секторе отсутствует, появление цели не подтверждается. У нас прорыв второго периметра. Когда будет подкрепление с воздуха? Я обязан ознакомить вас с посланием, которое я получил от наших покровителей. Илая Венса является событием исключительной важности. И хотя вполне очевидно, что мы без особого труда могли бы схватить его в последние несколько лет, но в какой момент он
Стоять! Гордон, тебе это удалось? Живым. Отец где-то там, в этом здании. Его будет не так-то просто вытащить. Пора уходить отсюда. Информации.
Время от времени они захватывают вертигонтов, и они сообщают нам кое-что. Но полной картины этого места у нас нет. То немногое, что нам известно, оптимизма не внушает. Приготовились? Прикрой меня! Сюда! Вот! Что ж, похоже, я смогу его вытащить. Вот! Он идет. Пошли навстречу. Ха, готово! Иди за мной! Брутально! Он должен быть здесь. Сейчас открою. Он там! Ладно, давай попробую открыть. Не верю своим глазам. Папа, ты цел? Я-то в порядке, но вам следует уходить отсюда. Мы вытащим тебя, папа. Не беспокойтесь обо мне. Спасайтесь Нет, сами. Нет, мы не уйдем без тебя. Я думаю, я смогу настроить портал, чтобы вытащить нас отсюда. Да, но куда ты пойдешь? Я говорила с Кляйнером. Его портал почти заработал. Если он успел его восстановить, мы окажемся там. Если не успел, ну... Хуже уже точно не будет. Игра не стоит свеч, Алекс. Я не могу потерять тебя. Уходи, пока можешь. Мы не уйдем без тебя. И не спорь. Но Джудит мы тоже не можем здесь оставить. Не переживай, папа. Мы найдем ее. А пока я отправлю тебя в кабину телепорта. Я не прощаюсь, папа. Встретимся там. Я уверен, что да. Встретимся там, крошка. Пора уходить отсюда. Ладно, сюда. Я вернусь на пост безопасности и попробую подключиться к твоей рации. Жди от меня сигнала. Эй, береги себя. Thank you.
сработало. Попробую расчистить тебе путь. Ищи Мосман. Я выведу отца из тюрьмы, а потом догоню тебя. Подожди. Я подумаю, как открыть эти ворота. Окей, есть. Осторожно, Гордон. Я засекла сенсоры комбайна впереди. Я начну работать над воротами. Секунду. Окей, есть.